ну как говно-то сразу высветилось, да? Ладно, всем привет, с вами Лагородка, и сегодня я хотел бы запустить прохождение на игру под названием Darkwood. И так, что тут у нас есть новое? Так, ну сложность у нас нормальная есть. Есть высокая, есть кажется, в смысле. Может, высокая это тогда нормал считается. Беспощадный режим игрока, есть ограниченное количество жизни, понял. Так, ну это не то, и, бля, подожди, что? А, так в смысле, я умру? Не, это так не надо. Смерть необратима, понял. Короче, тогда пролог мы не пропускаем, контент, что? Контент, да, у нас должен быть контент, это, собственно, играем. Я на самом деле, я не знаю, что там за... Так. Ну, собственно, пропустил, как и сказал. Я надеюсь, что я пропустил эту загрузку. Она недолго, но все равно бесячая была. Так, а в их глазах я вижу ненависть и страх. Ага. Я вижу, по-моему, кайф в этих глазах. Не, вот это уже синяк. Окей. Будто это я виноват в распространении заразы. Это я, источник всех несчастий, опустошающих эту землю. Понял. Так, мне негде от них спрятаться, некуда бежать. Лис перекрыл все пути к отступлению. Читаю как аутист, который делает паузу, где не надо. Блять, какая же музыка тут громкая. Все тихо, тихо, тихо. Да подожди, мы обречены. Да не, все, ебать. Куда, куда, блять, все пиздец. Походу, чувак поплыл, блять. Ну, это типичный бред от таких вот представителей, блять, подростков, которые снюс ебашат. Да, собственно, в принципе, похуй, нихуя. Ниля какая. Я ебать, знаю, что это? Так, ну я вижу, мы уже за шарящего человека играем. Как бы апокалипсис, вся хуйня, блять, мы там выживаем. И ебашим самогончик. Причем я как понял, он для себя его ебашит, потому что тут по количеству бутылок, это походу ему весело стало. Так, ладно, стул. Я тебе говорю, нахуй иди отсюда, понял? Ну, все нормально. Так, подожди, а что такое? Так, блокнот и таблетка. Таблетку давай. Нахуй мне таблетка, что он делает? Ее можно продать, окей. Таблетку просто так. Лол, прикольно. Так. Блять. Извиняюсь, я чуть не умер просто. Так, подожди, что это за хуйня? И что? Его типа сюда можно куда-то повесить, да? Так, опа. Не, идти я не могу. Коня понято. Блять, да, все, понял. Принял. Это что такое? А, это окно забаррикадированное. Окей. Ну, такое. Так, ну шо. Это, кстати, хоррор, если что. Но, как я понял, это хоррор без скримеров, так что все нормально. Если пацаны боитесь, и скримаков никаких, по идее, не будет. Ну, и картофель. Ну, понял. Единственное, что здесь растет в пригодную пищу, это, блядь, понял. Наверное, там не это было написано, но и похуй. Здрасте. Генератор кончается бензин, нужно раздобыть полную канистру на восток от дома. Я видел разбитый трактор, может там что-то еще осталось. Понял. А, подожди. Ну-ка, М. Угу. Но тут на самом деле никуда больше не... А, не, можно еще вниз пойти. А как? Ну-ка, давай попробуем вниз пойти. Не, ну я понял то, что там на восток нужно. Ну-ка, лампочка. Окей, надо включить, дебил, ты что? Так, подожди. Опа, фотоаппарат, заебись, давай. Я пока не хочу выходить, я вот лучше на фотоаппарат посмотрю. Окей, он что-то там в дневник записал себе. Ну, в блокнот. Так, ну я понял, это фотоаппарат, а что дальше-то? Зачем мне его показывать? Так, как блокнот открыть? Б блокнот? Б долбэп? Не? Может, скип сначала, потом Б попробовать? Не? Не, ну... Понял. Ну, короче, не хочет пока блокнот открывать. Так, какая-то хуйня. Давай возьмем фотографию, что такое. Ну, куда ты пишет, вдруг... Ну, дайте открыть блокнот. Тут должна быть надпись, типа, откройте и инвентарь, блядь, не знаю. Ну, и инвентарь, допустим. Нет? Т, тап. Окей, на тап это открыть у него весь инвентарь, понял. Так, клетка. А я что-то могу еще сделать? Ага, посмотреть. Клетки вот раз пустые, понял.
Не, ну, в принципе, тише. А, ну так он не один живет. У него там, видимо, этот товарищ бутыльник. Бля, ты что, там белочку поймал? Лучше бы я не... Так, ну я, в принципе, и не хотел ее открывать. Нахуй надо? А вот эту я открою. Да? Не понял. Тише. Нахуй. Так, все, это заебись комната. Так, замок давно за... Замок. Замок, блядь. Что, блядь? Понял. Так, замок давно заклинило, поэтому я не успел прочитать, потому что дебил. Но я понял, блядь. Я не знаю почему, но я почему-то удивился. Я, блядь, хотел прочитать замок. Нихуя себе, я теперь не понял. На, сука, нихуя бык, ебать. Ну все, я теперь понял, как я эту дверь буду открывать. Не, видимо, этому человеку очень нравилось бухать, я смотрю. У него тут охуеть сколько этих бутылок. Так, моя кровать. Я только что проснулся, я тоже так думаю. Так, шкаф. Самогон, это вот... Неправильно ты сделал. Блять, перемести. Сука. Так, тряпка, ключ. Так, это от двери вот этой вот получается. Так. Медицинский справочник. То есть мы за доктора играем. Ну, теперь понятно, что там объяснял спрология. На клетки ему нахуя. То есть он все-таки распространяет эту болезнь, не? Хотя в прологе говорилось, что нет. Так, подожди, я самогон первую вот сюда вот его, блядь, клади, ты шо, дурак? Почему я ничего перетаскивать не могу? Потому что надо было нажимать, а не удерживать, понял? Так, самогончик. Не, не хочешь? Ну ладно. Так, ну я в... А, нет, подожди, не все. Не, подожди, по-моему, эта штука была заперта, да? Да, я не могу. Понял. Так, ну чё? Давайте откроем. Так, ну собачке плохо. Может, он зараженный какой-то? Я не знаю, может, нахуй к ней подходить. А это, получается, моя собака. Вот она тут привязана. Но это не я же её, да? Не мой перс. А, точно, я хотел куда-то вниз пойти. Собак, короче, держись, я, может быть, помогу чем-нибудь. Если он на шпагат там сел. Так, ладно, понял. Нормально все? Бобик, ты нормально? Это моя псина, ну да, наверное. Ладно, это мой пес, наверное, уже что-то там, это да. Ну я понял, короче, надо его это оживить, я не знаю, может. А, нужно ей помочь, ну да. Помочь. Может, он ему хочет это убить, чтобы он не мучился. Как вариант, кстати. Тоже помощь. Так, ну, по идее, где-то тут должен быть спуск вниз, которого... Вот, он немного прорисовывается, не? Или там? Он, по-моему, там тогда должен быть. Ну, типа, знаю, в подвал какой-нибудь, я не знаю. Там... Ну, короче, как-то тут можно выйти, как я понял, вниз. Но, видимо, нам пока не надо. А нам надо там песиками помогать. Мы вроде как врачи, мы должны. Не? Че такое? Окей. Ну, топорик, допустим, у нас есть. Бля, все очень непривычно. Вот все эти игры, блин, консольные, они уже заставили меня постоянно удерживать. Так. Ага. Я удерживаю, так, потом херач. Понял. Так я не могу, понял. Так, подожди, песик. Что с тобой делать-то? Подожди, у меня есть таблетка, стоп. А нахуй ему таблетка? Смысл есть? Не понял. Я таблетку, короче, сожрал. Может, самогон на него полить? Выпить. О, вот, выпить, заебись, ну-ка. Ну, собственно, это не я. Я не знаю, может, его убить нужно или что. Ебать, у меня, кстати, зрение ухудшилось, серьезно. Сори, песик. Ну, как бы жизнь такая, не такой. Не, ну, он так-то мучился. То есть, смотри, тут видишь, мушки какие-то летают, да? Вот ты представь, если они там еще личинки будут откладывать. И вот просто представь, каково это Бобику вот на эту всю хуйню. А тут я его один выводил, и все, и пиздец, и он умер сразу. Нормально.
Так. Ну, правильно. Еще один бобик. Нет, корова. Да, корова. Капкан. В лесу их полно. Я что, взял капкан, что ли? Так, ладно, давайте тогда побыстрее этот пролог пройдем. Хотя, в принципе, зачем? Мы тут все обследуем. У нас тактика есть. 50 км в час. Окей. Ну, насчет этого я уже понял, то, что shift это бежать. Ну, ладно. Это он мне куда записал? Окей. Ну, понятно, тут на карте конкретно не написано, где я нахожусь. То есть, ну, точка прям такая вот, как у меня, допустим, курсор. Чтобы я вот тут находился. Но тут зато помечается, в какой зоне я нахожусь, понял. Так, окей. В общем, игра является, как я уже говорил, хоррором, но без скримеров. По идее. Ну, скримяков таких прям вот, которые... Так, лес закрыл все ходы и выходы, и никто не может пробраться через эту чащу. И открыть карту. Но я уже знаю, что у меня есть карта. Это тупик, что ли, такой? Ну вот, собственно, вот такие вот скримаки могут быть. Хотя, блядь, вот... Вроде как говорят, что нету скримаков, но, собственно, скримаки это и тот же просто тупо из ниоткуда возникающий шум такой. Просто тупо какой-нибудь такой резкий звук. Это тоже является скримак. Так. Так. Ну я взял... Блядь, у меня уже полностью инвентарь весь говне. Нормально вообще себя чувствую? Вон в сумку хотим себе это кладет. Так, подожди, что-то темно становится. Нужен факел. Опа, крафтинг появился. Я могу его? Нет, не могу, понял. Так. А, ну то есть, если бы я даже ничего не брал бы и просто тупо ушел бы, то я, возможно, бы сейчас бы, блядь, обосрался бы и пошел обратно. Понял. Так, факел. Блин, опять их хочу удерживать. Так, подожди, получается, мне нахуй не нужен этот самогон. Ну, только мне хуже делать. Хотя, если мне там, допустим, нужно вылечиться, то... Ну, смотри, это прям хоррор с элементом крафтинга. Интересная игрушка. Ну, в общем-то, вот он, хоррор. Должно быть страшно сейчас. Хоррор-контент запускаем. Хотя бы факел не тушится. Заброшенный дом, окей. По идее, игрушка атмосферная. То есть... То есть, вот, вот видите, тут тело какое-то интересное. Еще пару дней его полностью абстрагируют, что... Не понял. Не умрет, что ли? Ебать, тут сатана какая-то, нахуй. Паскуда его, да? Что происходит? Нахуй вы оленя тут? Подожди, это олень? И его немножечко связал с человеком, да? Понял. Че такое шкаф? Тряпки. Нахуй мне тряпки? Зачем я все это собираю? Ну, сука, страшно. Починить? Не, я не хочу. В смысле починить? Я пройти хочу. А-а-а, то есть получается тут вот это вот дерево. Подожди, а я там никак не могу, да, получается? Подожди, что за бред? А ты перепрыгнуть можешь его? Тогда как я там через эту хуйню сучу? Не понял, ладно. А мне не сюда нужно. А, мне нужен бензин. А у меня же нету канистра, да? Да, у меня нету канистра, что за бред? Или там сразу же будет эта канистра? Так, подожди, это какая-то уже белочка или... Не, подожди, белка слишком большая. Это, видимо, маленький олень. Там был большой, тут маленький. Понял. Бомби, короче. Бомби и мужик какой-то сельский. Музыка уже по второму кругу пошла, понял. Не понял. Подожди. Ты что, сука, творишь? Ты что туда был? Это, похоже, еще дышит. Да не то, что дышит, он, по-моему, страдает. Мне его тоже нужно, что любить? Не понял. А, ты дурак, что ли, блядь? Я же доктор, я его должен починить. Если есть где-то выход из этого леса, то это только стоимость 1500, нихуя. 21. Так, заставочка. Ой, блядь, першусь. А, он без сознания, раньше я его здесь не видел. Ну, так естественно. Живешь в лесу и что хотел увидеть. Так, у него при себе только какой-то ключ и дневник, окей. Если он как-то сюда попал, значит, должен знать, как отсюда выбраться.
Конечно, по собственной воле он мне это не скажет. Ну, понял. Мы играем за какого-то психа, что ли? Я не понимаю. Но это... Это временно, да? Это уже не имеет значения. Ну ладно, я почти угадал. Я должен выбраться из этого проклятого леса. Так что... Слышь, крысёныш, алло, блядь, быдло. Покажи мне, как, и я тебя отпущу. А, то есть покажи, как выбраться, понял? Иногда я слышу ее голос. Ее что ли? Ты там кого запер? Она зовет меня к себе. Пиздец, походу мы играем за какого-то ёбнутого, просит вернуться домой. Ты и так уже дома, дебил. Может, его военком вызвал, и все, пиздец. Где выехать, сука? Алло, ответь, блядь. Где, сука? Так развяжи ему рот, может, покажи мне, где я. Не, нихуя себе ты умеешь. Ебать, там мощный, конечно. Так, подожди, я прихлопну тебя как муху, если так будет нужно, окей. И уходит. Просто, блядь, я лбом нахуй дверь открыл, я тебя понял. Так. В смысле? А он сейчас выберется? Алло, блядь, иди сюда, он забаррикадировал, подожди. Подонок украл мой ключ. Какой ключ? В смысле, я теперь за этого чувака играю, серьезно? Тайник. А у тебя отмычка есть? Нету. Тогда нахуй ты мне говоришь про это? Ты чё, дурак? Я ранен, можно сделать из этих тряпок и бинты. Окей, понял. Так, подожди, на тап. О, отмычка. Как все идеально-то. И бинты. Замечательно. Походу, нас специально тут оставили, чтобы мы не выебывались. Оставили все самое нужное. Так, подожди, а как вылечиться? Окей, все. Перевязать. А, ну тут не сразу лечится, он тут потихоньку, понял. Так, подожди, у меня теперь появилась отмычка. Давай откроем. Так легко? Серьезно, лопата и фонарик. Блять, а я там делал всякие эти факелы ебучие. Майнкрафт, блять, понял. Так, лопата. Ну все, пиздец самому чуваку. Хотя не, у него топор. Да и лопаты тоже можно уебать знатно так. Алло, блять. Открывай, сука. Я знаю, что ты Бобика убил. Подожди, не, закрой нахуй сразу. То есть у меня сломалась лопата, серьезно, блядь? Так, подожди, а вдруг он сейчас стоит за дверью где-нибудь? Не, ну звука не слышно, тут по идее должно быть. И вот это что-то затихло, хуйня. Он что, к маме, что ли, пошел? Алло, сука, ты шо, бык? Понял. Я так и знал, что он тут, блядь, стоит. Так, все, давай забудем. Пиздит. Там никого нет. Так, подожди. Точно, он же говорил то, что металлический стул с кожаными ремнями. А, это нам типа показывает то, что мы заеблана какого-то играли, который всех тут перебивает. Я тебе, блядь, дам сейчас. Ой, сука. Так, ящик. Бля, пока ты его открываешь, этот долбайк может сюда зайти. Не, ну я его услышу же, если он там... Ножка стула. Стола, точнее. Ну все, я теперь в безопасности практически. Включить. Так, подожди, у меня же этот есть. Подожди, так это все наебалово было. А заливаем все или оставляем немного? Давай не все. Да вот столько. Вдруг нам потом понадобится. Слушай, а я могу просто тупо сломать сейчас окно и уйти отсюда? По идее, тут выход есть. Он ломается. Походу, нет. Но походу, такие хитрово выебанные, как я, тут, короче, не жало, я понял. Подожди, а тут как дверят? Ой, ебать, это кто? Чтобы с фонариком было понятно, вот эта вот хуйня какая-то.
Двигайтесь, понял. А, ну так, подожди, я что-то это могу. Ты что, дурак? Тело. Вместо глаз у этой фигуры два регулятора, и из широко открытого неподвижного рта раздается искаженный голос, или слышимый сквозь шипение радио, да? Да, радио. Может, мне его это добить? Уже практиковали эту хуйню? Не? Не, его нельзя убивать, понял. Но такое на самом деле. Опа, он что-то еще говорит. Так, подожди. 4892. Да, ну вот эту хуйню в меня кололи, как я понял. Теперь я зараженный. Так, блять, он же распространяет, он наебал меня в прологе. В смысле, тут же дверь была. 4892. Ну вы запомнили? Я запомнил. Блять, а я тут все забрал, серьезно? Вот да выебывался я. Теперь у меня вещей не будет. Знал? Интересно, кстати. А, ну 4892. Кто это? Это я, блядь. Почтальон. Печкин. А, понял, закрой нахуй дверь. Как ее закрыть? Забаррикадируй. В пизду. Сука. Подожди, ну там какой-то придурок, нахуй. Ну-ка давай сейчас залетим, блядь. ФБ, опан задурно. Понял. А, он не открывается. Наебалово. Ага, подойди ближе. А что тебе еще сделать? Ну-ка фонариком въебало, сейчас тебе посвечу. Ах ты, сука, спрятался там. Не, нихуя. Да я знаю, что там опасность, блядь. Стоп, я могу что-то сделать? Там явно какой-то долбоеб стоит. Ну-ка, давай. Ах ты, сука. Ты паскуда, блядь. Иди сюда. Хотя не. А, блядь, ну да, я понял. Как ты жопой так закрываешь дверь? Это ебашу, блядь. Ну давай, нахуй, это бат. Ах ты, сука. Ну давай, нахуй. Не, блядь. Ну что? А это я врача запиздил? Или тот, кто тут был до этого? Цыпленок. Чё, дебил, что ли? Мертвый мужик, как понял. Хе-хе. Чё ты, блядь? Я как-то собираешься отсюда выбраться. А ты чё, чё-то, блядь? Колдун ебаный, подожди, это колдун, сука, маг-чародей, блядь. Ну-ка, на-ка, нахуй. Не, бля, не отпущу. В смысле, дурак? Она же не ломалась, блядь. В смысле? Иди нахуй отсюда. Понял. Блядь, так... Сука, как он так двери закрывает? Я чё, проебался, что ли? А чё мне надо было делать? В подвал уйти? Блядь, наверное, в подвал. Точно. Там же подсобка была. Или нет? Подожди, это всё так спланировано? Не понял. Как из этого? Хайо Миядзаки, там чувак такой же был. Ну, там такие же какие-то, блядь, домовые хуевые были. Тоже в капюшончиках. Это кто? Сталкер, ты что-то делаешь, ты долбоеб? Не понял. Ну ладно. Не, ну, видимо, так и должно было быть. Наверное. Да, глава 1, все, заебись. Я уже думал, что мы проебались. Так, ну точнее, я проебался. Ну ладно, это не важно. Надо было таймер поставить, на самом деле. Чтобы я примерно понимал, сколько я тут снимаю. Так, ну давайте хотя бы разберемся, что в этом доме не так. Печь. Не, ну это уже глава 2, так что давай все это. Все. На этом, я думаю, закончим. Так что... Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и до скорого.